Меня спрашивали, какой самый старший у меня персик, вот он, цветет. А я тогда взял, залез, опередил. Опередил. Вот. Я опередил. А, вот это вот самое. Вот он, видите? Показать сюда, то есть он сейчас покажу. Вот, видите? Вот он, забор. Сейчас. Вот. А что такое? Вот здесь видно, вот, квадратики, вот он забор, вот. А этот же забор у нас вот. Вот он. Вот, теперь ответил на вопрос, сколько ему лет, черт его знает. Вот. У них, у этих деревьев, короче, век, знаете как, на пределе выживания. Я также знаю, что вот был случай, когда я познакомился с профессором с Красноярского института, который занимался малыми народами. Он рассказывал про чукчи, про их образ жизни, про их этих долгожителей. А так чукчи век короткий. Вот. Ну, конечно, такие условия жесткие. Вот такие, вот это деревья чукчи, можно сказать. Если не калечить. Ну, дальше уже прививка зацвела, потом покажу результат. Не успел. Это тоже учебная фотография. Это одна из моих лучших деревьев по качеству плодов. Это розмарин. Показать у мертвой ветки. Посмотрите. Внимательно. Еще сильнее, вы поняли. Ветки, которые я не трогал, они живые. Они цветут. Ветки, с которых я брал черенки, вот одна, вот вторая, и вот сбоку третья. Вот они мертвые. Вот. Нет, вот еще мертвые. Вот черенок, черенок, черенок. Видите, где зелень? Раз зелень, два зелень, три зелень, четыре, пять, шесть, семь. Вот эти, нет, этот еще живой. Шесть. Вот вы поняли, что такое Петя? А когда читаешь, что берем все ветки, это, укорачиваем, причем пишут, даже не отдавая себе отчет, какой мы это. И это после самой теплой зимы за почти 40 лет. Самая теплая зима. Вы посмотрите, как это. Я вынужден калечить деревья, их называю маточным садом. Теперь это может через 2-3 года оно вообще исчезнет, это дерево. А это розмарин. Замену рощу. Но жалко, страшно. Знали бы, какие у него плоды. Ой-ой-ой. Вот это и есть маточный сад. А тех, которые сами режете, помните, как меня по морде, сами режете, а другим запрещаете. Вот. Ну, платите мне, как это самое, нормально, там 1100 в месяц. Вот. Меньше нельзя, потому что, не потому что я этого не достоин, меньше 100 тысяч в месяц. Потому что из них 80 тысяч уходит детям, больным, несчастным, тем, которые не знают слова «папа». Когда мне говорят, сколько у тебя внуков? Ну, названных. Я говорю, не знаю, не, до сих пор сосчитать не могу. А мне мордой. А я калечу деревья только для этого. Представляете, какие перспективы были бы? Землю не дают. Вот так вот. Сами как? Сами режете. Надо немножко разбираться. Ну и фотография цветущая. Сейчас самый перспективный. Это третье поколение. Это яблоня. Господи. Ой, я старею так, что то, что все уже знал. Баргузин, баргузин. Дала последний год два ведра. Все равно перспективы у них никакой нет. Это просто удачный снимок. Знаете еще почему? Я специально противопоставил. Розмарин искалечил? Искалечил. Вот. А этот ни одной ветки с ним не брал. Если я начну брать ветки, да он бы уже давно мертвый был бы, если бы я все ветки брал на прививку. Я бы продал вам 50, 100, 200 саженцев. Вот. По 1000 рублей. Я бы хорошо заработал. Я бы сейчас с протянутой рукой не стоял. Но дело-то в том, что оно живо только потому, что я к нему не подходил секатором. И вас этому учу. И что на меня злится, требуя, чтобы дерево было в виде чаши, не имея понятия, что это не природное, его крона вот такая, а дурацкая крона. Яблоки ассорти крупноплодных
Ну, понимаете, прошло время, продать не смог. Вот. Ну, не смог, не смог. Вот. А потом сделал фотографию 12 мая, когда уже продавать было поздно. А мне до первого, до последних дней все просят прислать эти семена. То-то-то. Я говорю, нет, я не хочу. Осенью. Когда видно яблони. Что с них бы выросло, но тоже никому не надо. Вот. Это старый снимок, я напоминаю. Вы поверите, последние дни до сих пор есть люди, а они, многие как, выписал и забыл, и ждут. Некоторые все делают правильно. Перепаковали вот с этих моих мешочков банки, допустим, пол-литровые. Там, допустим, песок мокрый. Мокрый. Все нормально. Иногда выковыряют, высадят, нормально, счастливые, растут. Но ждут, когда каждая проснется в холодильнике. И не дождутся. А потом проходит еще время, где-то в июне я последние нераспроданные достаю и показываю. Зашли, слава богу. Но одни переросли, а другие и не всходили, и не пробовали. Почему? Влаги не хватило. Если десяток получили, сразу распаковывайте. Секундочку, а что мне тут поет этот телефон? А вдруг по теме? У меня так часто бывает. Так бывает часто. Так. Все, ладно. Давайте так. Это не по теме, не по садоводству. В общем, вы поняли, чтобы вот этого не случилось. А некоторые вот так получили пакетики. В холодильнике ждут все. А потом, ой, одни переросли поздно, а другие поздно, потому что они взойдут.